Таштагольские школьники впервые выехали с экскурсии на Алтай. Путешествие на Телецкое озеро – это награда за старание. Такой подарок отличникам учебы и активистам подготовили местные власти. В составе экскурсионной группы 39 детей из разных школ района. Это отличники, победители олимпиад, конкурсов и соревнований. Ребята прокатились на теплоходе, побывали на водопаде. Двухдневная экскурсия оставила самые приятные воспоминания. За лето на Алтае побывает 78 юных таштагольцев. Планируются две поездки для воспитанников интернатов. Такие поездки стали возможны после подписания в прошлом году соглашения о сотрудничестве между Кузбассом и Республикой Алтай. И вот это один из элементов нашего сотрудничества. Мы сотрудничаем и в экономике, мы в торговле сотрудничаем, мы в спортивных мероприятиях сотрудничаем и соревнуемся, в культурно-массовых мероприятиях. А сейчас мы посмотрели, значит, что есть возможность и отдых детей организовать в тех местах, где наши ребята еще не были. Сегодня по поручению губернатора к нам приезжают ребятишки из Горного Алтая, из территорий районов Республики Алтай. И тоже у нас отдыхают и в летний период, и в зимний период. Мне больше всего понравился водопад, потому что он обширный и красивый, и горы ему придают особую изюминку. Мне очень понравился отдых. Мы плавали вот на таком большом теплоходе. Было очень здорово.